Так, ну что, ребяточки, пришло время подвести итоги конкурса, который был в прошлом видео. И для этого мы берем ссылку на прошлое видео. Да, опять же, спасибо вам за лайки, за комменты. Очень приятно, что вы так зашевелились еще сильнее в связи с конкурсом. Вот. Много-много комментов, много всего-всего-всего. Берем ссылку на видео, берем random YouTube comment picker. Вот мы ставим здесь фильтр duplicate users, чтобы все было по-честному. Нажимаем get YouTube comments. Вот у нас 20 комментариев. И нажимаем старт. Барабанная дробь. Ну вот он, наш победитель. Ник. Спасибо, отличный выпуск. Насчет графика USD-BTC, регулярно его оцениваю, помогает взглянуть на экшен иначе. Всем профит в BTC. Прекрасно. Ну что можно сказать, Ник, свяжись, пожалуйста, со мной. Сразу небольшой апдейт. Я думал, что будем ждать, пока он свяжется со мной, в следующем видео только высылать. Но в век цифровых технологий, вот пока я монтировал это видео, мы с ним уже связались. В общем, чувак, можно сказать, молодец, что он досмотрел до 27 минуты видео и реально оценил эту тему. То есть вот этот инверсный график, как вы видите, полезная штука иногда. Я сам его подсмотрел у Карла с канала Moon в прошлом или в позапрошлом еще году. Помогает по-другому взглянуть на вещи. В общем, респект тебе еще раз, бро, что ты досмотрел до этого места. И пруф того, что вот я отправляю ему транзу. В общем, бро, поздравляю, ты выиграл 220 XLM-очей. Пока у нас небольшой призовой фонд, всего 220 столарчиков. По курсу сейчас где-то чуть больше $10 и 142 тысячи сатоши. Вот, но как мы можем с вами видеть... Но Stellar, собственно, перспективная на самом деле монета, потому что посмотрите на ее график вот за несколько лет. Она сейчас находится у самого дна. И если мы посмотрим по ее all-time high, эту же сумму, допустим, если бро додержит эти 220 Stellar до all-time high и продаст их там, то это будет уже 1 100 000 сатоши. Поэтому, бро, да, ходли, обязательно держи. Вот он со мной уже связался, выслал мне свой кошелек Stellar и мемо. И, собственно, отправляю ему 220 долларчиков. Вот. Остальные, кто не выиграл в этот раз, не расстраивайтесь. А наоборот, даже радуйтесь, потому что следующие призы будут больше. Поэтому продолжайте комментить, лайкать. Не только ради этого, естественно, я надеюсь. Все, вот она транза. Доллары улетели. Вот мы видим по блокчейну. Ну и что можно сказать? Поехали дальше. Небольшой обзорчик. Да, отдельно хочу отметить чувака по имени Roman Empire из соседнего чата House Trade, который просто гениальнейший сделал ТА. Вот, я думаю, надо брать его к нам в штат, чтобы он каждый день такие ТА нам рисовал. Ну, в принципе, будем их сами репостить. Вот он говорит, на битке вижу паттерн богомола-сатаниста. Очень жучиный паттерн, неизвестно с какой стороны ужалит, либо сверху в темечко, либо снизу в шоколадный глаз. В общем, я очень люблю такое творчество. Дико ему респектую за это. Ну и смотрите, что по Байбиту. Осталось 2 дня. Байбит запустили линейные контракты USDT и с ними глобальную промо-акцию USDT Airdrop. Получи 50 USDT за депозит 0.5, там тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Суть в чем? При регистрации открыта до 13 апреля. Вот по этой вот ссылочке, она будет снизу в описании. Поспеши и получи дополнительные бонусы. В чем суть? То, что они открыли эти самые бессрочные контракты в USDT, то есть вы можете, грубо говоря, держать баланс не в битке там или в эфире, а в USDT. Понимаете, да, какая тема? Вот, предрегистрацию здесь нажимаете и погнали. Ну, я уже просто предрегистнулся, все. Ну, вот тут инструкция, все. Я уже регистнулся. Вы тоже так сделаете, получите дополнительные штыки. А тема в том, что они добавили USDT, в котором вы можете держать баланс. Допустим, если вы шортите или если вы не хотите в крипте держать баланс. Но если вы шортите, это вообще идеально для вас. То есть этого нет ни на битмиксе, ни на нигде. Ну, на фемиксе, кстати, есть, но там не USDT, там USD просто. Это какой-то их эквивалент. На Дудексе тоже нету, ну, как бы. Ну, на Binance есть вроде как. Да, кстати, получил я тут на фемиксе 2 бонуса, welcome. Вот, все в открытую, как видите. Вот такой вот у меня баланс. Но здесь еще из них чуть-чуть пришло реферальной комиссии с одного человека. Короче говоря,
Вот, на Фемиксе я получил два бонуса без единого вложения. Смотрите, первый бонус я получил просто за регистрацию. 21 тысяча сатоши. Эта комиссия пришла с реферала. И вот я получил второй бонус за ретвит их твита. В течение 2 суток мне его выслали. Видите, итог, ну даже минус вот эти вот реферальные, все равно итог 160 тысяч сатоши. В принципе, я считаю, неплохо. Единственное, вывести их нельзя, их надо торговать ими сначала. Но, тем не менее, без единого депозита, вот вам начисляют здесь сатошики. Поэтому регайтесь по ссылкам. Femex вообще уникальная биржа, как я уже говорил. Свои фишки. Ну вот, например, Gold Contract. Нигде такого нету за крипту. Ну, о, нифига себе, золото как дампили вчера, я даже не видел. Я проспал все, смотрите. И далее что было? Интересно, это было только на Femex или на других биржах тоже? Ну-ка, давайте TradingView взглянем. Что с золотом было? Неужели его так колбасило? А, золото было, все-таки был прострел-то этот. Вот, смотрите, прогрузился прострел на золоте. Дамп вот этот. Значит, все, беру свои слова обратно. Femex, зашибись. Биржа, все хорошо. Это 30-минутки вообще, вот. Чуваки, 2 дня осталось регистрации на Bybit, вот в этой вот теме. Короче говоря, на Bybit прикольная штука, USDT, вот, так что регистрируйтесь, получайте бонусы. Все, так, наверное, надо анализ все-таки дать коротенький, да? Ну давайте тогда, да, анализнем ситуацию по бырику. Так, ну смотрим, быстренький анализ. СП, Сипла и NASDAQ чутка отскакивают, нефть в жопе, ну, кстати, тоже... Возможно, что отскочит. Да, видите, какая херня. Золото стреляет. Ничего не понятно. Chainlink ебашит. На полыни вроде как альты зеленые к битку. Это индикатор на альт-сезон. Но Chainlink ебашит. Опять же, не забывайте, Matic тоже так ебашил. И будьте здрасте, да ебашил. Поэтому аккуратней с новыми альтами. Вот. В уме вчера шортанул эфир. Вот здесь прям. Прям смотрел, думаю, шорти не хочу. Но не стал. Потом вот здесь вот смотрел, прям вот здесь лонгую не хочу, но не стал. Вот, посмотрю сейчас, что будет дальше. Думаю, что все-таки после такого пиздеца-то могут еще нарисовать еще один мини-пиздец, поэтому пока не суюсь в марджин. Сижу тихо в крипте, 1:1. Как бы тизера не держу, но если дадут сильно ниже, на эту же крипту возьму в плече тизера и куплю, как бы. Ну, ничего не менял, как говорил, свой прогноз так и остается. Поэтому вот, вот так вот, ребятки, наверняка что-то забыл, потом дополню еще. Что тут скажешь? Ну, смотрите, могут еще раз слить нас, но в целом халвинг, поэтому... Опять же, вот у нас на 4-часовике уже булкросс произошел, и RSI вроде разворачивается, видите? То есть в целом жду, что сейчас побреют немножко вот этих вот залетевших сюда стоексеров, и, конечно, дальше пойдем наверха все-таки. Ну, потому что, ну, куда уже, ну, ребят, ну вот... Смотрите, в худшем сценарии жду вот так, и дольше это может быть. В среднем сценарии жду вот так, да, вот. А в лучшем сценарии вот так. Поэтому вот этот тришул, тризубец, выбирайте себе свой, будьте готовы к любому. Будьте, конечно же, готовы и к такому, на всякий случай, но очень слабо в него верится, но готовым быть надо. То есть, либо ставить стопы, либо усредняться здесь, не брать большое плечо, без плеча набирать сейчас, а здесь уже подключать плечо. Понимаете, если вы здесь подключите второе, то вас не смоет даже по 1000, ну там по 1500 долларов, если вы только здесь подключите третье, понимаете? А если вы сразу влезете в 10-е, то вас, конечно, смоет нахер, и вам придется опять крутить краны. Поэтому все, ребятки, давайте, всем профита, на связи, йоу, с вами был Флалала, это канал Crypto Commons, подписывайтесь, мадафак, ставьте всякие лайки, колоколки, принимайте участие, в следующем видео обязательно будет еще один розыгрыш, и я думаю, что призовой фонд тоже повеселее чуть-чуть будет. Завели еще вот, завели инстик, на всякий случай, там пока нифига нету, но тоже на него подписывайтесь, скоро будем его вести, вот, Instagram Crypto Commons, пока... Пока вот он пустой. 2 фолловера. И завели на всякий случай Кост.ТВ. Знаете такую платформу? Кост.ТВ — это децентрализованный видеохостинг типа Ютуба. Короче, добавляйтесь. Фишка в чем? Он реально децентрализованный на блокчейне. То есть хрен что удалишь с него. И вот я туда запилил уже наш удаленный с Ютуба видео про BitMEX.
Если кто помнит, я думаю, большинство из тех, кто на канале как раз по этому видео, это было одно из первых видео на канале. Вот, и, короче говоря, оно удалено было с Ютуба после страйка. В общем, если кто хочет поностальгировать и посмотреть его, то вот, пожалуйста. Правда, оно, конечно, уже не очень актуальное, потому что ему больше 2 лет или сколько, 3. Но оно было сделано, короче, на пике Балурана. Это было самое популярное видео на нашем канале. У него было 50 тысяч просмотров, без малого. 1300 лайков. И оно, вот, в феврале оно было 2018-го запущено, как вы видели только что. И в итоге YouTube его удалил без объяснения причин. Ну, точнее, причина была в стиле там реклама там онлайн-казино или чего-нибудь такого. То есть, в принципе, у меня любой видос под эту категорию может попасть и быть удален. Поэтому давайте на всякий случай диверсифицироваться и с YouTube, конечно, не валить пока. Все-таки YouTube — это основная у нас история. Вот, поэтому Кост.ТВ... Вот оно здесь лежит, никто его отсюда не удалит. И обратите внимание, этот сайт, он платит всем, и креаторам, и тем, кто смотрит. Вот, видите, тут какие-то копейки в их нативных токенах, но уже приходят. Я вчера вот эти видосы только залил. Соответственно, у них токены КОС. Эти токены КОС, они, короче, реально существующие. У них есть капа КОС, давайте посмотрим. Контентос, короче, это называется. Вот, Контентос КОС. 343 место на CoinCap'е. Вот, цена у него, видите, 0,5 цента. Тем не менее, вот он, токен КОС, вот его история. Вот он, токен существующий, экосистема рабочая. Вот, давайте посмотрим, на каких баржах торгуются. А, ну вон на Binance он даже есть, кстати, этот КОС, я не знал. Вот, и сервис прикольный на самом деле. То есть вы можете как креатор зарегистрироваться, или как просто смотреть там видосы. Там дофига всего, в основном там всякие... Чуваки, ну, вон, видите, уже лайки ставят нам. В основном там всякие стримеры, всякое такое, игровые там всякие штуки. Ну, короче, я сам только вчера зарегал наш канал. Это на тот случай, если YouTube забанит наш канал. Вот, потому что знаете, да, что происходит сейчас там. Карл вчера с канала Демон тоже, короче, говорил, что некоторые каналы просто удаляют вообще без разбора. Вот, и удаляют насовсем. Поэтому давайте, ребят, чтобы держаться вместе, обязательно не ограничивайтесь подпиской на Ютубе, хотя она тоже, конечно, важна. Вот это я вам хотел показать, что чуваки. Ну то, что как бы мы, у нас одни чуваки, и не, вообще нет девок, и нам всем с 25 до 34, это я уже понял. Ну, меньше, некоторым еще 18-24, и... Некоторым 35-44. Это если вам интересно про себя, то вот вы в основном, вы чуваки, которым 25-34. Вот. Я, кстати, уже походу вот в эту категорию начинаю переходить и немножко чувствую себя старпером. Вот. А также вот это хотел вам показать. Эта статистика меня уже немножко, кстати, больше радует, потому что раньше, когда я вам показывал ее несколько месяцев назад, меня смотрело вообще 10% только подписанных и 90% неподписанных. Сейчас уже почти 30% подписанных и 70% неподписанных. Чуваки, ну давайте, не затруднитесь, нажмите на кнопку подписаться, потому что мало ли что вам YouTube будет подсовывать, какое говно вместо меня. А так все будет окей. Да даже можете не жать на этот сраный колокольчик, просто подписон поставьте, реально, чтобы быть в курсе и получать всегда уведомления. Но колокольчик на самом деле даже лучше тоже поставить. Вот, все, с вами был Флалала от души. Извините, что так часто вас заставляю подписываться, ставить лайки, но это правда то, что меня поддерживает и дает мне развиваться каналу и делать что-то дальше для вас. Вы же поймите, я это все делаю бесплатно тоже. У меня монетизация в Ютубе до сих пор отключена, да и то там 3 копейки с нее будут капать, когда я ее подключу. Когда накоплю, вот у меня, видите, подписчиков уже достаточно для нее, а часов просмотра публичных еще нужно набрать 2000. Так что смотрите подольше мои видео, ставьте их на ночь, когда ложитесь спать на луп. Ладно, шучу. Короче, это монетизация, это туфта. Я на самом деле монетизируюсь только через реферальные ссылки, и тоже не могу сказать, что прям дико так шикую, поэтому все. Йо-йо-йо, писал.